Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмпо. Видеообзор столика для лодки ПВХ номер 21. Вот, столик выполнен у нас из ламинированной фанеры. Края пройдены фрезером и акватексом. Размеры столика 30 сантиметров на 24 сантиметра. Высота столика получается у нас 20 сантиметров. Две высокие стенки позволят разместить внутри аккумулятор, либо необходимые рыболовные инструменты, такие как кранцанги и прочую мелочевку, которая обычно у нас потом разбрасывается по лодке. Глубина, ширина внутренней части у нас получается вот так 9 сантиметров. На торце столика можно установить при необходимости держатель спиннингов. Здесь выступающая часть у нас получается всего-навсего 9 миллиметров. Понравился столик, заказывайте у нас на сайте, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Мы рекомендуем.